Пока западный берег тает в утренней дымке Мертвого моря, мы обратим свой взгляд на восточный берег, который по всей длине, а это 75 километров, занимает Хашимитское королевство и Иордания. На северо-западе, где Мертвое море питает воды реки Иордан, расположились роскошные отели с отличными спа-центрами. Со времен иудейского царя Ирода Великого и прекрасной египетской царицы Клеопатры народ приезжает сюда в надежде обрести здоровье и вернуть молодость. И действительно, Мертвое море исцеляет многие заболевания, в том числе неизлечимые кожные. И реально запускает биохимические процессы омоложения всего организма. Мертвое море – самое необычное из всех морей. К тому же это озеро, а его уровень является самой низкой точкой Земли. Оно расположено на 410 метров ниже уровня Мирового океана, и глубина его здесь, в Северном бассейне, достигает 380 метров. Вода у берегов Иордании чистейшая, прозрачно-бирюзовая. Это фантастически плотная маслянистая вода. В ней 33% соли, то есть она в 10 раз солянее обычной морской. И, как любят говорить местные жители, включает в себя всю таблицу Менделеева. И целебная грязь, черная, пластичная, при наложении необычайно комфортная и уютная. Кожа под этой природной минеральной маской мгновенно становится мягкой и нежной, как у младенца. Главное – строго соблюдать временные рамки приема грязевых процедур и купания, которая в Мертвом море превращается в аттракцион. В нем невозможно утонуть. Вода выталкивает на поверхность. Но и плавать в нем тоже нельзя. Можно лишь плавно передвигаться. А лучше – лениво лежать и наслаждаться жизнью. Уникальный воздух Мертвого моря создает эффект постоянной лечебной ингаляции. Сухой, насыщенный кислородом и колоссальным количеством микроэлементов, абсолютно чистый, без аллергенов, он создает уникальный микроклимат, который невозможно воспроизвести искусственным путем. Люди в Иорданском королевстве спокойные, очень дружелюбные и искренне гостеприимные. Иорданцы хорошо владеют английским языком, и чтобы сделать приятное нашим соотечественникам, с удовольствием учат русские слова. Старинные оливковые деревья поддерживают умиротворенность атмосферы и своим более чем тысячелетним возрастом вселяют надежду на бесконечность бытия. Курорт Иордании обладает потрясающей энергетикой и живым целительным эффектом. Здесь очень легко дышится, и организм активно восстанавливает силы. Даже обычные прогулки по отелю доставляют эстетическое удовольствие и одновременно выполняют роль курортных теренкуров. О чудесах Мертвого моря написаны горы научной литературы. О нем продолжают спорить и бесконечно находить новые целебные свойства. Но никто так еще и не смог вычислить истинную жизненную силу Мертвого моря.